Рейтинг 93 криптовалют опубликован финансовым рейтинговым агентством Waze Rating. Ни одна из монет не удостоена была оценки А, то есть отлично, а 9 монет и вовсе получили оценку Е, то есть очень плохо. Оценивались криптовалюты по двум критериям. Первый – технология и распространение. Второй – соотношение риск-прибыль. Монеты Cardano и EOS обошли в этом рейтинге биткоин. В целом, оценку «хорошо» и «выше» получили только 7 криптовалют с капитализацией 5 миллиардов и более. Кроме вышеназванных, это Ethereum, Ripple, Stellar и Tron –